Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я хочу зайти в букс. Он не новый, но он стабильно платит, и все от него в восторге. Сразу хочу сказать, без вложений. Делаю акцент на том, что без вложений, так как здесь можно еще и вкладывать. Это уже по желанию и дело личного каждого человека. Так, значит, все делаю в режиме онлайн, значит, что он нам, проект без баллов и ограничений, есть расширение для заработка, так, серфинг сайтов на вывод, так, могут выкупать бизнес, так, бизнес, честный мониторинг, колесо, так, и автореферал, ну, это ладно, значит, вот здесь вот топ расширения для заработка. Это я хочу тоже потом установить. И что еще здесь? Новости, мониторинг, лидеры, выплаты, отзывы, все скриншотом выплат. Это все можно посмотреть. Конечно же, почитать вопросы-ответы. Я перейду к регистрации. Значит, что у нас здесь по регистрации? Указываем email-адрес. Так, email-адрес. Указываем. Так, сколько у нас звезд? У нас звезд здесь по нулям. Так. Выслать ссылку. Так, на указанный email была отправлена ссылка для регистрации. Так, сейчас перейду на почту и посмотрим ссылочку. Значит, вот пришла ссылочка. Переходим по ссылочке. И что мы здесь пишем? Логин. Значит, пригласитель. Так. И ставим. Так. Это все типа мы прочитали. Ставим галочку, нажимаем зарегистрироваться. Значит, после того, как вы нажмете зарегистрироваться, у вас появится вот такое вот окошечко с вашими регистрационными данными. Там будет указан ваш пароль. Так? Значит, и что здесь? Расширение для заработка. Специально для пользователей проекта мы разработали расширение для заработка. Так. Ну, здесь наша статистика. Можно поменять пароль. Если вас не устроит, значит, давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, давайте сразу найдем реферальную ссылочку. Так, ваши рефералы. Так. Вот наша... Ой, перекрутила. Так, значит, наша партнерская ссылочка вот находится. Так, это выход. Так, мой профиль. Что у нас здесь? А это и есть наш профиль, главная страничка. Далее, значит, открытие бизнеса. Загрузится. Значит, это для тех, кто захочет вкладывать. Как я уже сказала, без вложений. Значит, на просмотре серфинга. Значит, офис. Кафе, рестораны, тоже сами тут просмотрите. Я пока вкладывать ничего не буду. Я хочу проверить, как он платит без вложений. Значит, бухгалтерский отчет. Значит, здесь собрать и обменять прибыль. Биржа, аукцион, аренда, это не надо. Значит, букс, реклама, заработок. Вот нас интересует. Значит, мы будем зарабатывать без вложений.
на просмотре ссылочек. Каждая ссылочка по 5 секунд. Давайте одну посмотрим, и что нам там даст. Так, посмотреть сайт рекламодателя нажимаем. Завис у меня что-то. Перебрасывать на страничку. Так, перебросила на страничку, где отсчет времени у нас. Так. Не вижу я отсчета времени что-то. Ладно, закроем. Ага, успешно. Начислено на 2,8 серебра. Так. Можно рекламировать, разместить ссылку. Мои ссылки. Давайте посмотрим. Размещать свою рекламу. Сколько у нас здесь что стоит? Так. Серфинг. Так. Подтверждение просмотра выбрать. Ну, здесь заголовок. Краткое описание. Так, ссылочка на баннер. Ага, 2 копейки. Ну, я как бы за 1000 просмотров 25 рублей. Не сильно и дорого, я хочу сказать. Нормально. Можно баланс покупок. И что у нас тут? И платежная система. Замечательно. Значит, здесь вкладочка... Пополнить баланс у нас. Как я уже сказала, это по желанию. Так, заказать выплату. Для доступа к стране необходимо придумать пин-код для выплат. Значит, придумываем пин-код. Сейчас я придумаю сразу. Так, я придумала 4-значный пин-код. А здесь вот, если кто забудет пин-код. Значит. Так, заказать выплату. Ну, еще выводить как бы и нечего. Так. Так, наш баланс. Вот баланс на вывод, баланс на покупки. Здесь обменник. Можно обменивать как бы серебро для вывода на покупки. Так. Ежедневный бонус есть. Значит, у каждого пользователя есть получить бонус. Кнопка появится после перехода по баннеру. И просмотра сайта рекламодателя не менее 30 секунд. О, как. Что-то баннер. Они... Вот, наверное, баннер. Сейчас посмотрим. Перейдем. Подождем 30 секунд. Все, мне написали, просмотр засчитан. Так, сколько звезд? 2 звезды. Так, вроде. Нажимаю получить бонус. Да, Ань, осталось 2 попытки. Ну, 2 звезды. А сколько? Сколько звезд? Ну, 3, наверное. О, как. Да ё-моё, ну гляньте. Так, 1, 2. 2 звезды. Ну.
получить. Все, мне начислили 6 серебра. Значит, это на покупки идет. Значит, раз 24 часа. Так. Игры есть. Значит, страница еще не готова. Значит, ну, мой профиль и партнерская ссылочка, ваши рефералы. Вот такой вот букс. Значит, что я еще хотела? Я хотела установить расширение. Значит, установить расширение. Давайте попробуем установить. Перебрасывать на страничку в Chrome. И нажимаем «Установить». Идет проверка. Установить расширение. Так, расширение установлено у меня. Значит, теперь нажимаю на значок. Значит, и вот у меня как бы такая вот мини-домашняя страничка. Вот 6 у меня серебра для покупок, 2,80 на вывод и ежедневная статистика. Так, заработок с тиздера. Так, заработано с показов. Так, заработать сейчас. Так, это выйти. Настройки. Что у нас? Показывать текущие аукционы. Так, показывать тизер, да. Подменять баннер. Да, сохранять с оплатой. Значит, он будет подставлять свой баннер. И вообще больше ничего здесь как бы делать и не нужно. Можно этот магазин закрыть. Вот такой вот букс. Кому интересно, пользуйтесь. Расширение устанавливать не обязательно. Можно просто... Вот здесь просмотр. В буксе по 5 секунд просматривать рекламу. Вот. Вывод, естественно, будем проверять. Пока без вложений. Ну, а там время покажет. Надо вкладывать или как. Потому что здесь в отзывах, отзывы обязательно посмотрите. Там скриншоты. И люди выкладывают свои выплаты. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.